не знаю, для кого я это снимаю, зачем я это снимаю, но захотелось снять. Я сейчас лежу, в доме у Ирки. У Ирки дома. Ой, не знаю, обзор показывать на дом Ирки, нет. На комнату Ирки. Как бы этот дом весь считается как у нашей станицы, считается как многоквартирные, ну вот эти одноэтажные многоквартирные дома. Одна квартира, вторая квартира, третья квартира. В первой квартире. Это первая квартира, это дом Ирки. Вот. Первая квартира, это дом Ирки. Вторая квартира, там администрация. Третья квартира, там почта. Вот так. Хата заваливается. Я как будто живем, не знаю. Здесь это самая первая комната. То есть первая квартира, первая комната, лицевая сторона хаты, дома. То есть это лицевая сторона. То есть вон там улица. Улица вон там. А в той стороне, наоборот, туда, там через комнату, там администрация, там почта. Вот здесь, в эту сторону, все, стена и все, конец. Там двор уже, улица, все. Поэтому это по моим, так сказать, меркам, ну как, моим меркам, по моему мнению, это самая целостная комната, которая здесь осталась. Она здесь самая целая. То есть потолки еще нормальные, высокие, вот, но они, видите, обваливаются, видите, все уже обваливаются. Не знаю, какого года эти дома, дом и хата, вот это вот, не знаю, но здесь еще по стародревнему вот просто брусы лежат вот так вот. И между ними просто не какие-то там палочки, знаете, ай, извините, честный глаз, вот, не какие-то там палочки, знаете, не знаю, знаете, саманные дома как делают, сетку деревянную, из деревянных шпажек таких делают, а это еще по старинке, здесь камыш, стены в этих, не в палках каких-то там. Кстати, дом также построен. То есть не речки, не клеточка вот в речку, а именно из каких-то палок сделано. То есть палки какие-то дубовые, не знаю, сосновые палки, просто вот такие стены здесь. Что могу еще сказать? Просто обзор хаты. Здесь стоит старый такой диван, который Ирка купила, она его разобрала нафиг. Зачем? Разобрала. Что здесь? Здесь. Нельзя показывать. Шкаф. Комод. Всякой фигней завален. Печка, которая тоже всякой фигней завалена. Вот она. Которая уже никогда не заработает. Она не заработает. Ее как бы можно отреставрировать. Но, да. Во-первых, плиты здесь нет. Плиту то ли убрали, когда мы сюда въехали, здесь плиты уже не было. Ее то ли украли, то ли забрали, плиты не было, короче. Потом была только труба. То есть труба именно с чердака до крыши, труба была. То есть вся печка стояла без плиты только, без плиты. Печка еще старая, не видно. Короче, она с духовкой. Вот такая духовка здесь. Так вот, потом, каким-то одним днем, нам делать нечего, дети, мои друзья пришли, короче, и эту трубу, которая там с чердака по крышу, мы разобрали. Короче, вот, все, что осталось от печки, это вот сама груба, вот это вот, и печка. Все. Больше ничего не осталось. И вот, она не функционирует больше вообще. 10 лет, наверное, уже. Да. По-моему, 10 лет. Вот. Вот тут я лежу. Вот тут. Плевалка. Вот. Смотрю все время записи, чтобы... Да. Всякий хлам здесь, не на мусор какой-то. Автомобильный. Всякие банки. Блин, колеса здесь даже стоят. И здесь Ирка живет. У нее здесь 10 человек. На этой кровати 3 человека. 3 человека спят. Одна местная, здесь спят 3 человека. Она себе диван купила где-то тут. На станице. Тоже. Диван большой, человек для 5. То есть нормально. Раньше, знаете, как жили. Она же здесь 10 человек было. Кровати-то не было, которую она купила. Она 3 человека на этом кровати спали. Кровать еще такая на пружинах. Вот. А остальные на полу.
А как еще? Матрасы на полу, все, спите. Вот. То есть, знаете, менялись как-то, менялись люди. То есть, там, допустим, в одну ночь Ирка спит тут с кем-то тут на кровати. В другую ночь она спит уже на полу. Вот так, короче. Печка не работает вообще уже. Зимой так спасаются одеялами, одеждой, и спят вот так. Окна, видите, какие окна? Не видите, да? Окна заколоченные снаружи, битые, специально забитые, ставни закрытые, все. Они тоже покосившиеся уже. Видите, какие окна? Покосившиеся. То есть они уже вниз ушли. Вот. То есть, да. И с этой стороны такое же окно, но оно тоже косится уже. А стекол нет, абсолютно нет стекол. Они просто забиты, заколочены эти окна. Все. По швам трещит. Хата по швам трещит. Вот. Паутина. Здесь прям, блин, головой, блин. Вот паук мне на голову не залез. Вот эта вот дырка, она там закрыта сверху всякими профнастилами, деревяшками, дощечками, пластиком, чем только она там не закрыта. Угу. От времени уже развалилась нафиг. Вот, ну, она по швам трещит. Если днем посмотреть, днем, вот в эту щель верхнюю, можно увидеть улицу. Там просто щель такая, что на улицу аж видно. Вот, ну, как бы. Все, что осталось, металл. Металл какой остался у печи, вот этот. Заслонка вот осталась. Не буду таскать, а то мусора будет много. Заслонка осталась, все. Больше ничего не осталось. А так, Ирка, короче, со своими гостями здесь уехали, нафиг, разъехались. По делам. Ой, а я тут лежу. Дом сторожу ко мне. А что мне тут хорошо? Я тут свет, мне тут кайф вообще. Диван, блин, старый. Вот. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Вот так. Вот так. То есть, с моей головы я касаюсь. Вот так лежу. Я вижу вот это вот все. Вот этот вот потолок осыпавшийся. Там вот, кстати, сейчас покажу. Тут подметю, я не подметил на... Вот здесь. Видите? Видите? Вот, сейчас скоро упадет. Еще кусок. Короче, по швам печка уже трещит. Видите, швы уже все, как она. Все завалено всякой. Вот. Вон, по швам трещит уже. Вон, видите, трещина, что самого потолка. Вон уже печка по швам трещит. Вон, трещины, трещины, трещины. Все, 8 минут укладываю. Ну и все, как бы, вот эти балки, знаете, не знаю, толщина их какая, здесь, ну, где-то, ну, сантиметров 10 толщина. Вот этих вот балок сантиметров 10. Здесь 10, здесь 10 толщина. И ширина где-то такая же, 10 сантиметров. Такие прям массивные. Вот. Ничего страшного, что видео будет на 10 минут. Ничего страшного. Оно будет у меня всю ночь выкладываться. Время у нас сейчас на часах 23:33. То есть 11 часов ночи. Мне тут еще спать, как бы. Просто скучно. Делать нечего. Я тут весь снимаю. Вот. Интересный факт. Чем дальше от лицевой стороны хаты, чем дальше к задней стороне хаты, тем балки, вот эти, на которых держатся вот эти балки. То есть, короче, вот балка. И вот эта балка держится за другую балку, просто которая в стене. Чем дальше к задней части хаты, тем эти балки тоньше. То есть я провел такое исследование. В этом углу, это самый лицевой угол, самый, то есть лицевая сторона, вот он угол. В этом углу вот такая балка, вот сосновая, дубовая она дубовая, да. Потом дальше идем, здесь балка стоит, на этой стене. А еще здесь стоит, короче, чем дальше, тем меньше. Там в самом-самом-самом конце хаты. Вот такая балочка, диаметр. Такая маленькая, я в шоке. И поэтому я думаю, что хата осела в ту сторону, то есть, как бы, задняя часть у нее осела, а это еще стоит нормально, как бы. И почва другая здесь, и все. Потому что там, в той стороне хаты, я тоже посмотрел, там такая, знаете, там глина. Глина с землей, с песком смешана. Почва там такая. А здесь просто чистая земля с глиной. То есть мощная такая земля здесь, почва. И поэтому вот так вот получается, что... Боюсь, хата скоро это завалится сама по себе. То есть, как бы, сама по себе она завалится, и все. Видите, сейчас не видите. Ой,
комод. Тут как бы уже куски вот эти вот, куски вот эти вот отваливаются сами. То есть хата стоит спокойно себе, оседает. И вот это все падает. Кусками, уже такими метровыми кусками отпадает. Все падает. Вон куски отпали, все. Она хате. Еще факт хочу сказать. Чем старше хата, тем как бы... Год назад я еще смотрел, вот эта комната была самая-самая четкая. То есть здесь были вот эти балки все. Вот эти вот балки, вот эта и вот эта балка были самые ровные. То есть прям они прям ровные, чуть ли не под 0 градусов были, ровно вот так стояли. В этом году вот эта балка, вторая, уже в ту сторону осела. То есть она уже вот так идет наискось. Это еще ровно, а та уже наискось. То есть уже оседает, все ближе и ближе к лицевой стороне оседает. Я думаю, когда вот та часть хаты задняя полностью в землю уйдет, только вот это начнет уже в половину уйдет. Короче, вот такая интересная ситуация. Хату развалить надо. Вот, строить здесь новый дом на месте этой хаты. Машина въехала. Вот. Это, наверное, Ирка приехала. Ладно, с вами был я, Макрил. Всем удачи, пока. Вот, сверчу хату. Все, всем пока.